Берти Роллинг, человек, который перевел игру в овертайм, красил кистевым броском, но все-таки команда проиграла. Такой поучительный, наверное, матч для нас сегодня. Да, как-то ошибки совершали свои, сами себя привозили голы. А так хорошо команда билась до конца, как бы играли на последнюю минуту. Где-то не везло, что до пустых ворот уже не забивали. Так, не скажу, что мы плохо играли. Ну, мне показалось, что мы начали играть в игру «Спартака». Вот какой-то такой оголтелый азарт, хотя тренер требовал, наверное, играть с головой. Я не скажу, что мы прям без головы играли. Играли, в принципе, как требовали. Бывают ошибки, но всегда бывает. И быстрая команда, и как бы нам надо было тоже играть быстро, все делать быстро. Поэтому так показалось. Можешь кого-то выделить в нашей команде? Все молодцы, все ребята молодцы. Выделять не будем, мы команда. Дай Бог, удачи к нам повернется лицом. Реализация нас сегодня подвела, конечно, наверное. Так хотели выиграть сегодня. Где-то подвели опять детские ошибки. С подноса голы забивали. Да. Нам не удалось забить. Использовать их ошибки. Ну и так обидно, конечно. Сравняли в конце, пропустили тоже в конце в овертайме. Поэтому я думаю, что мы сегодня больше заслужили победу. Но это спорт. Они сегодня выиграли. Поэтому будем делать выводы. Стараться настраиваться на следующую игру. И чтобы не было таких качелей, чтобы наконец-то победить, порадовать своих болельщиков. Справимся. Голкипер казанского «Акбарса» Тимур Белялов. Ну, я так понимаю, что сегодня недостатка в работе у тебя не было. Ну, вроде как бы и были броски, вроде бы и не было в каких-то моментах. Вот, в каких-то моментах просто ошиблись. Я где-то сыграл неудачно. Вот, поэтому как бы из-за этого и проиграли. Пока не получается допускать невынужденные ошибки, допускаем их, и поэтому, блин, бывает проигрываем матч. Формат овертайма 3-3, действительно для болельщиков? Ну да, веселая игра для болельщиков. Болельщикам нравится, сразу слышны возгласы, потому что туда и обратно опасные моменты. Поэтому для зрителей, конечно, это интересно, для вратаря это тяжело. Вот. Поэтому да. Но главное сейчас не унывать? Ну, конечно, еще идем дальше. Дальше надо выигрывать. К сожалению, сегодня проиграли. Ничего страшного. Это только начало. Будет еще на нашей улице праздник? Конечно.